Девочки мои, мальчики, привет всем! Привет всем! Сегодня, как я вам обещала, я буду разбирать две посылки из компании Алоэ. Да? Это продукты, которыми я пользуюсь уже годами. И буду открывать, Винсент будет мне помогать. Показала вам себя вот сейчас, но буду снимать с той стороны камеры буду. Поэтому Винсент будет... Are you ready? I'm ready. Винсент у меня посылка-открыватель. Are you my packages opener? I'm the... Yep. Packages. Yep. Whatever. Все, начинаем открывать. Packages opener. All right, are we ready? Let's see. Винсент очень любит эти посылки. I say you love these packages from this company. I like every package. Да. Короче говоря... Ой, чего-то мне такого прислали. А что это мне прислали? Ну-ка. Чего-то. А, вот эта вот бутылочка с пробиотиком, которую я тоже принимаю каждый месяц. Что тут они мне написали? Я не знаю. The Pro B. Я просто обалдею вот от этих. That is so good packages, right? Yeah, they really don't want to. Ой, вот это вот очень дорогая вещь, конечно. Такие really? У них пузырьки. Мы только ей пользуемся на eBay, когда продаем. Collagen. Так, девочки, новый продукт в этой компании – коллаген. То есть пакетик разбавляешь в воде и пьешь. Обалденный. Убирает ваши морщины, наполняет вашу кожу влагой. Can you open one? Let's call, мы будем с Винсентом пить коллаген. Посмотрите. Вот пакетик. Разбавляешь с водой. Он не порошок там, а там такой этот жиденький. И с водой разбавляешь и пьешь. This collagen, yes, you drink and you're gonna have a very young face. Yeah, no, it's very good for you. Yeah, collagen. Very, very good, yeah. Very good. То есть это вот новый продукт, который они сейчас как бы выпустили, и он просто бешеным спросом пользуется. Поэтому я, по-моему, два их. Нет, один. Один заказала сейчас. Окей, what else? Let's see. Масочки для лица. Масочки для лица. Алоэ биоцеллюлоз. Тоже антицеллюлитные маски на лицо. That is very good mask for your face. Very, very good. Видите, написано, что тут одна маска, но ее можно использовать несколько раз. Очень классная. И вот написано здесь, can you read what it's saying? It says, open pouch and unfold mask. Так, откройте и разверните маску. Okay, the mask is protected by a woven fabric on each side. Remove one layer and discard. Apply the mask to the face. Gently press to ensure it fits securely. Remove the second layer of woven fabric and discard. Remove and discard the mask after 20 minutes. No need to rinse. Massage remaining product into face and neck for your youthful appearance. Видите, накладываешь на лицо, 20 минут держишь и снимаешь. Ну, я, наверное, два раза буду. Вот Ольга мне говорила, два раза можно ей пользоваться. И будете выглядеть молодо, написано. Так что это шикарно. Вся продукция, которая от Алоэ, вот я не пользуюсь никакой продукцией на лицо, кроме как этой продукции. Потому что у меня очень чувствительное лицо. И вот только эта продукция мне подходит. Поэтому вот это еще один продукт, это маска. Дальше. Кстати, все ссылочки на каждую вашу страну я помещу под видео. Если вы хотите, зайдите, посмотрите продукцию. Купите обязательно. Это просто что-то с чем-то. Вот это мой любимый Алоэ First. Алоэ First, им можно умываться. Им можно даже в горло брызгать, если у вас кашель. Я даже брызгаю на волосы. Но он вообще для всего. Это просто что-то с чем-то. Это очень шикарный продукт. Так, can you read what is that for? Ну, вообще, на самом деле, для чего это? Я забыла для чего, потому что я для всего им пользуюсь. It's a leaf juice, aloe vera gel, water activated. It's B
cellulose, flour extract. It's just a bunch of different stuff. What does this instruction for? It doesn't have instruction, just has what it's made out of. Okay. But it says, apply liberally to the skin as needed to smooth and moisturize. Yeah. So короче, вы можете им умываться, можете, если у вас рана, вы можете побрызгать на рану. Если вы кашляете, можете побрызгать горло. Это просто удивительный, удивительный продукт, что его можно и снаружи, и внутри принимать. Ну, конечно, пить его не будешь, но в горло я все время прыскаю, если что-то болит. Вот, еще один продукт. Дальше. What else we have? Алоэ Боди Вош. Очень-очень классный гель для мытья тела. This is Body Wash. Yes. Да. Очень шикарный. Если у кого-то чувствительная кожа, как я сказала, если у вас псориаз или что-то, вот, вот. Вот этим надо мыть тело свое. What else? Два я купила, так. Это мой самый любимый гель. Вот я его применяю и на лицо, и на волосы. Вот этот именно гель я размазываю по ладошкам, и на мокрые волосы я жамкаю, и у меня получается вот такая прическа. Вы все спрашивали, чем? Вот, вот этим. И все это есть у нас на сайте, и я оставлю ссылки под видео на каждую из ваших стран. Если вашу страну вы не нашли, напишите мне, я дам вам ссылку. Так, дальше. Ну, это санитайзер. Я очень часто беру здесь, да, чтобы в машине и везде иметь эти санитайзеры. Тоже очень вкусно пахнут. А, это да, это спрей для... Эта бутылка идет вместе с этим спреем. That's it? Yep. Okay, this is it. So, where my second one package? It's over there. Да, вот у нас еще один пакет. Не пакет, а коробка. Да, тоже поменьше. Так, давайте посмотрим, что здесь. Я очень много заказываю продуктов, поэтому вот заказываю и забыла. И когда мне приходит, я даже не помню, что я заказала. Надеюсь, я заказала рыбий жир, потому что он у меня закончился. Так. О, я заказала пробиотик. Слава богу, у меня тоже закончился. Это пробиотик, а я вроде... Don't have it. Так. Два пробиотика. Так. Ой, санитайзеры тоже. Посмотрите, сколько я этого геля покупаю. Винсент, take more. Посмотрите, сколько этого геля я покупаю. Я его просто обожаю. Я его покупаю со страхом, если вдруг он закончится в компании. Да, я его покупаю, покупаю, покупаю. Это у нас алоэ прополис. Вау, прополис другой совсем стал. Другая вообще этот. Он такой же, но другая упаковка. И вот этот прополис и алоэ я наношу на лицо, когда вместе смешиваю их, да. А один гель я наношу на волосы. Вот еще. А это алоэ скраб. Шикарный скраб для лица. Я вам хочу сказать, очень нежный и очень классно отскребает все эти мертвые чешуйки с вашего лица. Это просто обалденно. Тоже вам очень советую этот скраб. Ну и, конечно, рыбий жир, который у меня закончился. Я очень рада, что я его заказала. Дальше у нас есть мыло. Тоже с гербалайфом. Ну, как с... Короче, с гербарием. Гербал – это гербарий. И вот этот, это не мыло, а чай. Я из ти. Это чай. Он такой вкусный. Он такой вкусный, ребята. Вы просто не представляете. Я почему-то подумала, что это мыло. А когда взяла в руки, я поняла. Это чай. Did you like that tea? Yeah, I really liked it. It's very tasty. Yeah, он такой tasty. Вкусный, это просто обалдеть. И мы чай, конечно, кладем. А у меня есть такой чайный, чайно-кофейная такая. Так, вот это вот мы вытаскиваем. Это мой, наш кофе. Наш кофе. И сюда я кладу мой чайный бар. That we have to put here. Вот. Тут чай у меня. И тут чай. И тут чай. Крою. Все у меня прям... Приходите ко мне чаевничать, девочки. Вон, видите, от, из Тиджи Макса. О, one more. Два я купила чая, да. Это что у вас Тиджи Макса?
Tabletop. Okay, I don't need that. Все. Чай попили и в зубах поковыряли после чая. Это кофе у меня в эспрессо надо вытащить. Is that, that's it? Да, все. Ну вот. Показала вам, что я заказываю, какие продукты. И, конечно, я и витамины заказываю. У меня еще пока есть витамины и всякие. У меня еще до сих пор где? А, ну, это да, но у меня еще есть до сих пор. А где же у меня? А, вот. Для похудения на 9 дней лежит. Но я это сделаю после праздников. Сейчас просто даже смысла нет. Ну, в общем, вот так очень классно. Окей, бэйби. Yeah, what are you gonna use from here? I want to start using this. Collagen. I'm gonna yeah. Хочу коллаген. Yeah, that's good. I was taking this until I ran out. Все время, говорит, принимаю вот эти рыбий жир. How about body wash? Yeah, of course. And probiotic has always helped you. Yeah. Yeah, I definitely need some of that too. Yeah. Yes, I'll take this. Короче, вот так. This, and we're let's leave these out somewhere here. Okay. Он говорит, здесь оставь, чтобы мы здесь пили его. All right. Ну все, девочки, дорогие мои, очень вам советую эту продукцию. Эта продукция самая, не буду говорить самая, одна из самых лучших продукций американских компаний. Поэтому, да, я очень вам советую. Это все на себе испробовано. И так как у меня все очень чувствительно, и внутренне, и снаружи, это все подходит мне. Поэтому вот так. Stuffed likey. Grab this and this body wash for me. Видите, убирает. It's proactive. I used this before. It's good. Так, I'm also убирает. My Forever Arctic Sea too. And this, I think we're gonna leave this over here somewhere. Убирает, переживает. So we both could have it because that's very good for you. Делит между собой. So you dividing this mine, this yours, yeah, this is mine. Don't touch mine. Actually, I should steal some of this too because I use this a lot. Yeah. This, the gel, mm-hmm. And probiotic too. I'll take two. Did you take two? You could have two. Did you take probiotic? Yeah, I got it. Ah, okay. So this is all mine. You can have the rest. Пошел. Девочки и мальчики, процедила свой гриб. Гриб просто шикарный. Нежный, вкусный. И я говорю Винсенту, ты должен попробовать хотя бы глоток. You gonna be very surprised. Посмотрите на его лицо. Я вчера ему дала видео американского доктора. I say, I show you video yesterday. American doctor tell you how good kombucha is. How you know that's really kombucha? That's something living. No, it is kombucha. And он слушал и говорит, ну, может, попробую. И теперь вот он как бы, когда сказал, может, попробую, он у меня с крючка уже не смог сойти. Okay, try and tell me truth. This is the only last time I'm trying it. If I no, don't like it, you're not going to force me. But if you like it, you're going to drink. If I like it. Yes, if you like it. If I say, that's enough. Let's see. Это я для себя налила, говорю, ну вот глотни хотя бы чуть-чуть. Он такой вкусный, вообще вот такой, даже не шипучий, ничего, просто именно такой, знаете, только-только назревать стал. Know what you would be very good at? Mm? Convincing people to get the vaccine shot, because you could make anybody do it. You crazy. Он говорит, знаешь, ты, говорит, была бы в чем хороша. Ты бы уговорила всех, наверное, сделать вакцинацию, потому что ты не принимаешь нет за ответ. Но это так и есть. Okay. So I'm gonna take no for answer, right? No, you don't. You never give up. You never stop. Он говорит, ты никогда не останавливаешься, пока не добьешься своего. Это правда. Okay, here we go. So, is it that disgusting? No, it's not. It's very tasty. It's not actually. It's not. Doesn't taste. I told you. No, it's not actually. It's not bad at all. Did I told you yesterday? It's very good drink. I can't believe it. Паразита, смотрите, and you make a face for that thing. That is so good drink. And if you drink every day glass, it's gonna be good for you for digestive system and everything. Okay, well, it's not bad. Yeah? It's not bad. I gotta admit, it's not bad. Блять, какая, а? And you say that it's фускотина before. Yeah, well, I see the look at it in the bottle. Он говорит, я видел, как это выглядит. Фускотина. No, it's... Он говорит, бутылки выглядит как фускотина. No, but it's gonna be very, it's gonna be around.
It's gonna be round in the bottle, gonna be round. It's right now, just Irene, just break it and give me half. That's why it's have to be built. Yeah, but it looks like it's moving. It doesn't matter, but it's very good taste. It looks like it's moving. Say it again to everybody. You like how taste is this? It actually, really, it doesn't have a bad taste. No, and it's not mold. It's yeast. If I'm still alive in 15 minutes, I'll let you know. Well, she'll let you know. Говорит, за 15 минут, если я не умру, я дам вам знать. Очень вкусный. Посмотрите, какой прозрачный. Это у меня он так вспотел от холода, потому что у меня, я его нацедила, и у меня в холодильнике целая кастрюлька с этим вот напитком стоит. И я опять залила в чай залила, и опять вот там он у меня стоит, он вместе со шваброй. So it's good. Drink again. No, you said just one drink. No, but you say it's good. I just had a full glass of water. One more time. One more time. I have to make sure that you like it. It's like getting vaccinated, you know. It feels just like it. Как будто как мне вакцину, говорит, заставляет делать. Теперь будешь срать дальше, чем видишь. I say you're gonna poop right now more far than you can see. Well, that'd be good if you could do that. Yes. So, let's see what happens. Good. Okay. Stuff you like. Making our Christmas memories. I've been working so much lately.